Кровавая охота или загадочное убийство. В лесу под Киевом застрелили двоих мужчин, местных лесников, когда те проводили санацию леса. Тела погибших обнаружил их коллега. Кому они мешали или, может, кому пытались помочь? Подробности жуткой истории знает Любовь Кукла. Ужасная трагедия произошла вот в этом лесу Броварского района. Здесь два дня назад неизвестные расстреляли двоих лесников. Убитые местные жители. В тот день лесники с коллегами проводили санацию леса, как вдруг услышали выстрелы. После чего двое из них устремились на звуки стрельбы, чтобы остановить браконьеров. Спустя какое-то время опять выстрелы. Оставшиеся отправились на розыски ушедших. Пройдя 2 километра, обнаружили первое тело. Это где Микола лежал? Там Микола, да. Тут же вызвали полицейских, которые нашли второй труп за 300 метров от первой жертвы. Предварительно вторая жертва убегала от убийц, пробираясь через эту высокую траву. Вот этой открытой дороги в момент убийства еще не было. Ее прорубили криминалисты во время следственных действий. Погибшим было 62-63 года. В лесхозе ситуацию комментировать отказались. В полиции более многословны. Мы проводим расследование. Но нам необходимо еще установить этих злоумисників. Ну, принаймні, ми думаємо, основна з версій, що це все-таки могли бути браконьєри. Намагаємось розвинути повний спектр всіх версій. В Нацполіції не включають і корпоративний конфлікт, хоча є і інші версії, от тільки озвучити їх поки не можуть. Як і не можуть об'яснити, чому, невзирая на многочисленные рапорти силовиків о том, що криміногенна ситуація в країні під контролем, прогулки по лісу навіть для лісників можуть оказатися фатальними. Любовь Кукла, Юлія Жашко, Сергій Дубінін, Владимир Самченко. Подробності. Телеканал «Інтер».